Стоп! 1 июля же. Я же могу, наверное, уже убрать плашку политовскую. Вот что я забыл спросить. У нас вроде бы реклама должна уже заканчиваться как раз где-то вот в начале июля, возможно, где-то 3 числа, потому что я с 3, по-моему, начал рекламить. Месяц пролетел, да, месяц пролетел. Кстати, июнь был довольно насыщенным на какие-то рекламные проекты, я очень много во что поиграл. Те же викинги были, Полит, мы играли в RTX-овский Майнкрафт, мы играли в Control. Мы играли в Stalker Online, прям что-то очень такой насыщенный июнь получился, и он просто пролетел вообще незаметно. Пролетит ли теперь июль с Ведьмаком? Или без Ведьмака? Ха-ха! Вот это еще вопрос. Вот это... Вот это мы еще узнаем. Так, хорошо, погнали. 5 эпизод. Мы вчера его начали, мы очень быстро слились и пошли отдыхать. Там не очень... Я предлагаю не смотреть эту историю, я сам все перескажу. Мы сейчас... Главный герой, Даниэль, должен отправиться в психбольницу, в которой изучали... поведение дочки этого Аргаса Легранта, который первый был, который со шкатулкой возился. И вот для этого нам надо как-то там все исследовать, узнать, как же избавиться от проклятия шкатулки. Для этого Даниэль звонит кому-то из своих друзей и направляет их прямиком на... Прямиком в эту больничку. Заберу тебя на июле, не будет Ведьмака. Я не против. Почему бы нет? Так, давайте скипаем. Вчера мы выбрали... Так, а где выбор-то? Вот. Мы позвонили Лидии, и попросили ее исследовать эту лечебницу. К сожалению, Лидии не очень повезло вначале, но в этот раз, я надеюсь, она справится. Сори, чат, ну все, Ян решила, Ведьмака не будет. Поняли? Как только закончим эпизод, сразу... Нет, я не хочу сегодня начинать Ведьмака, я хочу прям... Весь стрим посвятить Ведьмаку завтрашний. Я не хочу разбивать и один стрим на пару больших игр, в частности, на Song of Horror и на Ведьмака, поэтому только завтра. Да, мы пройдем эпизод сегодня часов за 5, я думаю. An old mental health institution for the rich turned dump. Or something worse. I should take a look at that old power generator. Ну, типа хз. В Мару пойдешь, которая акула играет. Я видел ее, у меня даже ключ, по-моему, к ней есть. Я не знаю. У тебя же survival не очень понравилось. Не понравился концепт. Ты забрал подарок от Twitch Prime Power? Да, забрал. Не то, чтобы он мне был нужен. Daniel, you didn't overcome your alcohol addiction to let this kill you. Так, столик. В первую очередь нам надо подключить генератор. Для этого нам надо пойти сюда. Это мы пока брать не будем, чтобы не поцарапаться. Нам нужна какая-нибудь ткань.
Да, вообще не факт, что оно нам надо. Shit. И не уверен, хочу ли я собирать загадку с этим. С бумажками. Типа, оно мне не надо, потому что мы и так знаем, как ее решить. Так, это про холодильник. Мне просто так лениво ее собирать, реально. Давайте оставим ее здесь. И черт вы с ней. Я все равно помню код. Главное, что я его помню. Китпёс, спасибо за ресап 8 месяц. We must stand together. Спасибо большое за поддержку. Спасибо тебе за ресапчики уже 8 месяц. Так, если я правильно помню, там особо ничего-то и нету. Я вчера играл в лор, выставил в атаку 4 бойцов, челик против меня не бафнул Фиори, убил всех джаджментом, мои 4 засчитались бафнутые Фиори. Это норм? Да, так и должно быть. Так работает механ, они все по очереди умирают. Что это такое? А, рисуночки. Давайте возьмем их. Воу, еще ресабы у нас прям, ресаб-стрик. Запускаем хайповоз. Monster, we stand before the world. До хайповоза еще 300 битсов или еще один ресапчик. Так, забираем кабель. И валим отсюда. Валим отсюда. А то тут ебаки. Вылезают. Возьми, что это было? Так, я чуть не забыл про вот этот шкаф. Если вдруг мне понадобится спрятаться. Че, Орден доел? Не, он просто пройден. Я контента жду в игре. Так, главное, чтобы сейчас не было опять здесь этого ивента с фонариком. Хайповоз. А то он мне не понравился. Хайповоз, вот так вот. Спасибо, Ян, за 300 битсов. 3 смайлика для зрителей. Я сегодня тоже... потратил немножечко своих битсов у Тоши на канале. Разыграл там 10 смайликов прайдовых. Пушу смайлики. Здорово. Я сейчас посмотрю все ваши битсы, спасибо. Спасибо вам за поддержку, друзья. Спасибо. У нас здесь безумные. Психбольные хейтят. Слушай, да проваливай уже. Как вам игра? Очень интересная. Если бы была неинтересная, я бы ее не проходил. Да, мне понравилась игрушка. Это хороший такой хоррор. В стиле старых хорроров. Так, слушай, ну и заберем этот стеклер. Царапается. Да теперь мы знаем, что нам нужно что-то, чтобы это взять. Воу, Дэвид, спасибо за подарочную подписку. 100 битсов от компот. Подарочная подписка прилетает для Суетенга. Суетенга, we stand strong together с возвращением. 9 месяц уже. Парк запрыгивает на хайповоз. 100 битсов, спасибо. Спасибо всем вам за поддержку. Ага. А не, нормально все, не переживай. Нормально так, мы не успели выбежать, у нас уже второй ивент прокнул.
Опа, рисапчик Дарго Титера. У нас Stand Together, 4-й месяц, спасибо. Спасибо за поддержку. Бабайк, напомню, уже на Даниэля. Что? Ее здесь... Ее здесь вроде нету. Опа, еще и рисапчиками смайлики дарите. Смайлики и добро-бобро. Так, чиним генератор, как в ДБД. Я вам говорил, да? Мне сегодня снился... А, ну я ребятам в телеге писал. Кстати, сабы. Вы сабаетесь, а? Не все из вас есть в телеге, между прочим. Вот. Я в телеге говорил, мне сегодня ДБД приснилось. Там были какие-то спидхакеры, призраки и Аннушки, а еще в игре было 5 люков. Красиво, а? Все мне без того холодно, а чуть тебе холодно. Так, открываем security. Сейчас вроде жарко на улице, не? Телеги нюдисы стримлер кидает. Ой, ну не без этого. Ну что ты всем рассказываешь? Так, открываем дверь. У нас 13 градусов, у меня пока не очень плотные окна. А, окна не очень плотные. Бля, жесть какая. Так, головоломка. 7 людей. 6 стоячих. 4 в куртках. 3 усатых. 3 еще. 3 еще чего-то. Один в пиджаке. Готово. I see some notes there. Let's have a look. Ah, Dr. Baroness Prestigard. It's a good start. Today's session with Ariadne was by far the most productive to date. Not because of the conversation we had. Так, ладно, мы это читали, мы это все смотрели вчера. В общем, она просила найти ее шмотки, там нашли как раз шкатулку. Здесь все очень плохо. Короче, нам тоже надо ее вещи, я так понимаю, найти. Все, то отсюда пошло уже... Пошел более осторожный геймплей. Так, нам нужен какой-нибудь ближайший стол, под который, если что, можно спрятаться. Как попасть на канал для сабов? А это рассказываю. Это сложная схема, чтобы туда попадали только сабы. Чтобы попасть в телегу, необходимо зайти в Discord. Сделать там интеграцию, для того, чтобы Discord опознал вас саба. Зайти в мой саб-канал... Сабчат. И там есть ссылка. Ёпта, чё так часто-то? Чё так часто? И там ссылка в закрепе, в закрепленных сообщениях. Я, кстати, знаете, что подумываю? Чтобы люди узнавали о саб-канале. Телеге. Сделать, короче, забавы только для сабов. Жаль, что нельзя сделать только для сабов. Этот. Типа попросить ссылочку. Я ее тогда в личку могу кидать. Есть такая идея. Так, дыши, девочка, дыши. У тебя там ингалятор, если что, с собой. Если что, ингалятором воспользуюсь. Так тут больница целая, еба... Ну да, но... Ну, что-то все равно жестко. Так, что это такое? Это какая-то аудиовизуальная документация, архив за период. Там может быть что-то полезное, если я смогу его открыть. Я понятия не имею, смогу ли я его открыть.
работает. Самин! Рисам, ну это не совсем сам. Компот, stand up and fight. Компот, спасибо большое за подарочную подписку для Сусамина. А он так хотел сабнуться на Ведьмаке. Ну ничего, на Ведьмаке он хотел сабнуться третьим тиром, да, Сусамин? Спасибо за сабку, Компот. Спасибо большое за подарочную. Так, я думаю, это что-то еще. Так, здесь есть стол, под который можно спрятаться. Все. Стол мы нашли. Это хорошо. Теперь нам нужно для прожектора что-то найти. Нейтрализация сабов. Так, он работает. Хорошо. Бей мечту. Да не, он хотел третьим тиром сабнуть с компот. Он потом досабается сам. Блин, крипово здесь бегать на самом деле. А, они так и не закончили то, что начали здесь. Ну, потопали. Staff area. Дип, здорово. Это арфа. Это дыра соединяет две комнаты. Похоже, кто-то ее накрыл с другой стороны. Пианино. Типа информация. Что же мне надо здесь делать? Ну какая же игра без пианино, да? Здесь можно спрятаться, да. Какой же хоррор старого образца без пианино, правильно? Музыка действительно может помочь с психическими заболеваниями. Я рад, что у этого пациента был шанс каким-то хобби заниматься. Видимо, этот пациент планировал отрепетировать все эти песни. Где-то здесь была комната, в которую ни за что нельзя заходить. Походу здесь кто-то рисовал. Вау, что? Уж лучше мне, пускай здесь будет светло. Кто-то использовал скетч, чтобы прикрыть дырку в стене. Снять и посмотреть, что за стеной. Ну, там та комната будет, по идее. Угольные наброски. Некоторые не закончены. Походу, пациент так и не смог закончить этот рисунок. Пациент держал Библию. Дерево все размякло. Там будет ебака, да? Ну, было бы странно. Они с двух сторон закрывали одну дыру. Ну зачем? Может быть, там и правда будет ебака? Или какое-нибудь зеркало там? Не, давайте пока не будем трогать. Играем осторожно. Как в четвертом эпизоде. Я не думаю, что я смогу открыть эти... тумбочки.
сюда можно. Кажется, этот таксидермист там был. Если бы эти животные были живы, кому-то была бы как ну, в ковчег. Какие-то трофеи. А пациенты здесь увлекают свои хобби до экстрима доводили. Инструкция таксидермиста. Она моргает, пробужденная голодом. Это ночное время, она слушает. Она взлетает быстро и летально тихо. Ваш крик, ты кричишь, когда она тебя отдирает от тебя же. Потом прыгает, потом садится на гнездо. И Hoots the Wind, видимо, это про эту, про сову, худ-худ. Короче, на ветру, оглашая свою победу. Его хватка тебя парализует, кровь льется. Сложно. Сова, что ли? Судя по всему, сова все-таки, потому что худ это относится к сове. Классические новеллы. Старая лампа без масла. Что это такое? У этого пациента были еще какие-то проблемы со здоровьем. Потому что не похоже, что здесь что-то есть, да? Таксидермист, артист, музыкант. Напоминаем, что. Вроде тишина. Дверь закрыта. Что за звук сейчас был? Это ладненько. Маленький кабинет. Замок сломан. Мне нужно что-то, чтобы это открыть. У меня пока вообще нифига нету. По-моему, вот в эту дверь нельзя, да? Ага. Да что ты стонешь-то? Вот это рандомчик сейчас, конечно. Прокнул. Not that way. Хистоны, да, ну, кстати, ничего такая тян. Роблик. Так, скорее всего, здесь много кто ходил, но я не смогу. Ну, погнали. Значит, возвращаемся обратно. Нам теперь надо разобраться, куда питание подавать. Можно на лифт, можно... Еще там куда-то. Да-ка, здорово. Там на втором этаже мы только можем картину подвинуть, если захотим. Притем, как настроение? Настроение отличное. Я сегодня с утра ходил в зал. Я очень давненько не был в зале и... Sales, it's horrendous. Я очень давно хотел туда попасть. Вот.
Уже плюс 2 в телеге, ничего себе. Все, напомнил. Напомнил людям про телегу, рассказал. Вы только не ливайте потом эту. Это бывает. Приходят, а потом ливают, а мы потом плачем всей телегой. О, все, худший ивент, поехали. С зеркалом. Сзади и спереди, по-моему. Зеркало. Мне вот что-то в прошлый раз этот ивент вот совершенно не зашел. Фух, справились, окей. Окей. Здорово, Ресин. Все мы знаем, в какую качалку ходил Тиан. Ну, в какую же. Еще играем со шкатулкой. Да, мы все никак не допройдем эту шкатулку. Security лифт морг. Что есть лифт? Где он вообще здесь? Security мы уже прошли. Дайнинг холл, там ничего нету. Морг. Конечно, надо картину двигать. Я даже не знаю, где здесь лифт. Так что давайте, наверное, морг попробуем открыть. А я вообще смогу пробежать-то через security сейчас? Вот в чем вопрос. Дверь-то будет открыта? Да, будет. Хорошо. Человек, который находится на два блока выше клубка жирного мастерства. Ну, такая, да. Карлик Фродо, здравствуй. Короче, я не знаю, что мне делать. Пошли открывать картину. Надеюсь, что за картиной найдется, я не знаю, какая-нибудь Фомка. Потому что я реально не вижу, куда я здесь. Дэми, привет. Запись на трубу будет обязательно. Shit. Stuff area. Мне надо как-то разобраться. Я что-то... Я, скорее всего, что-то не нашел еще в больших локациях. Наверняка там что-то такое есть. Ай, ну давай посмотрим, что же за картиной. Тут все черное. Двух пациентов был какой-то секрет. Они наблюдали друг за другом. Блин, что-то я ничего найти не могу. Пока что неприятная какая-то лока. Ну да, они просто следили, смотрели друг за другом, да и ладно. Ну, тут я... Боже, неужели нам музыку со шкатулки придется здесь сыграть потом? А, вот оно что. Оно не любит свет. Но оно любит песню. Я понял, что это. Это про... Это про ебаку, которая на кухне, что ли?
Блин, и чё, мы будем играть или нет? Это что ли? Потом квадратик. Стоп! Нам надо только освещенные сыграть. Теперь вот это L. J. Вот это, да? Потому что если мы сыграем все, я думаю... Будет не очень хорошо. Это дальше. Две палки вот эти вот. Потом опять вот это. А может быть, к нам ебака просто прилетит? И все. И на этом наше приключение закончится. Вроде бы Y. Последнее. Все, последнее же. Ну, последнее. Квадратик вроде пропустил. Блин, серьезно, что-то пропустил? Наверное, мог, потому что иначе... Ну, что-то бы произошло. Может, наоборот, черный надо? Да не, надо все, но те, которые на свету. Она не любит свет. Она любит песню. Какой эпизод по номеру? Это уже пятый эпизод, последний. Блин, я помню, что было про свет. Про свет даже не записка была. Про свет. Потому что свет не любит, на которых света нет. Может быть и так. Игра, можешь представить, что такое, если посмотришь наверх, тебе будет все заново. Кого? Попробуй сначала сыграть ноты из тени. Стрёмно, ну давайте попробуем. Блин, их плохо видно. Кружочек. Вот этот, что ли? Буква А, потом какая-то фигня вообще непонятная. Вот это. Вот это. Вот это, походу. Но это не точно.
По-моему, я вот этот зря сыграл. Стоп, нет, я его до этого играл. Так, что-то тут похожая очень какая-то мелодия. Прям одни и те же ноты в тени. Прям реально одни и те же. Вот это непонятно. Либо это... Вот это должно быть. Да, вы были правы. Надо было темную мелодию сыграть. Ключ от пианино. Ага. Ладненько. Он весит больше, чем остальные. Просто получилось. Ага, они здесь спрятали малюсенький ключ. Открывает какую-то обычную дверь. Что я только что сыграл? Эти ноты. Так, а где ключом можно открывать? Ну, вот здесь и все. Окей. Намаз. Плохо. Ладно. Все, она тоже услышала музыку. Это та музыка из шкатулки. Да, скорее всего, это она. Не сработает. Замок же сломан. Нет, это не тот ключ. Придется найти другой. Здесь КАУ, рекламка. Подключено. Ну что, нас на первом этаже сейчас встретит большая страшная ебака. Ваши ставки. Я думаю, что комната художника была нужна исключительно для... Тоже здесь. Для того, чтобы открыть эту. А, и лампу мы здесь для этого же включали. Не, ну надо было сыграть какие-то ноты. Одно из двух. Ну здесь мы ключ получили, наверное, все правильно сделали. Что дальше делать? Я понятия не имею, правда. Да не возвращайся, ты беги давай. Тянка не жилец, мы вчера ее уже рипнули немножечко. Мы не хотели, но так получилось. А может быть маленький ключик позволит вот это открыть? Да, да, хорошо. Старая аудиовизуальная запись, 1920-й. Access to... Круто, что у них был даже звук в этих записях. Ну, тут других вариантов и нету. Прожекторы в этой игре очень страшные.
то самое, тот самый кабинет. Интервью с Ариадной. А, понятно. Окей. Привет, Ариадна, как ты? Поговоришь сегодня? Знаешь, я думаю, ты права. Я не вижу вещи такими, какими их видишь ты. Если не хочешь говорить, ты можешь рисовать, чтобы тебе в голову не пришло. Мне надо дать Ариадне чем-то, чем она может рисовать. Выключите свет, я не люблю... Оно не любит свет. Свет? Кто не любит свет, Ариадна? Кто это старушка? Я. Мы можем послушать твою шкатулку, если хочешь. Иногда я слышу, как ты играешь ее, когда я прохожу мимо. Рядом ждет свою музыкальную шкатулку. Нет. Нет, вы не слышите их. Вы не видите и не понимаете это. Что я не вижу? Расскажи мне, как понять тебя, Ариадна? Спите, как я, в моей кроватке. Ты хочешь, чтобы я с тобой спала? Это нормально, не хотеть спать одному. Иногда даже мне становится страшно ночью. Не здесь, дома. Папа, мама и Лейн там спят. И они понимают. Прости. Ты имеешь в виду, ты хочешь, чтобы я поспала в твоем доме? Да. Поспите там и послушайте песенку. И потом ты поговоришь со мной. О, кто этот джентльмен? Это твой папа? Нет, это мистер Нойер. Блин, очень крипово затяночку, которую мы сейчас играем, конечно. Подожди, что она сказала, мистер Нойер? Даниэль? Как это вообще возможно? Эта запись более 80... сделана 80 лет назад. Действительно. Я вижу какие-то точки краски. Криповенько. Здорово, Цакоев. Вор уже не хочется. Хочется, когда на выходных выйдет обнова. Ну, не обнова, а режим новый, интересный. Прикол, если сюжет этой игры более интересен, чем в Last 2. Ну, ты знаешь, он действительно интересный. Где девушка с кофе? Куда дели эту кроссовку? Она жива, все нормально. Она просто сюда не отправилась. Шнур, 1888, здорово, we stand strong together. Второй месяц, Twitch Prime подписочки, спасибо большое за поддержку, здорово. Ну, спасибо вам за Twitch Prime токены. Так, давайте прочитаем, что здесь за... Это первый, это запись первого эксперимента. Пациенты Ариадна Легранд. Доктор Бернис Престигард. Описание. Волонтеры разделились в две группы. Экспериментальная группа и контролирующая группа. 12 тестовых субъектов были помещены в индивидуальные клетки. Ну, не клетки, скорее, а комнаты, наверное. 6 субъектов были из контрольной группы. Север. Жили там всю длительность эксперимента, но не ощущали никаких изменений в обычной своей... рутине. 6 субъектов в экспериментальной группе Юг, включая Ариадну, будут дважды проигрывать циклы песни из музыкальной шкатулки.
каждый день, примерно по 4 минуты. Эта процедура займет 21 день записи. Ожидается, что пациенты подтвердят, что мелодия не имеет никакого эффекта на людей, и этот факт лишь поможет вылечить ее от ее состояния, которое совершенно не улучшается от других способов лечения, независимо от результатов. И учитывая молодой возраст пациентки, электрошок не рекомендуется под любыми обстоятельствами. При любых обстоятельствах. Так, мы отсюда можем выйти куда-то дальше. Что в мире за этой дверью время по-другому? Даниэль заходил в эту комнату, а та девочка тоже, что рисовала на столе. Возможно, возможно. А вот тут прям Silent Hill какой-то начался, реально. Я говорил, что игра на Silent Hill похожа, да? Так, это мы как раз в морг пришли, да? Что вообще произошло с этими людьми? Что они здесь делали? Эд скальпель. Острый хирургический инструмент. Все еще довольно тонкий и острый. Может быть, им мы сможем открыть ту самую медицинскую коробочку на стене. О, эти тела приносят воспоминания. Я уж потерял счет, когда мне приходилось идентифицировать тело мертвого друга в морге. Гребаный героин. Подожди, что-то не так. Почему они будут закрывать этот холодильник этим? Нет. Don't lose your way. Ремешком. Утяни 33 месяц. We have to be as one. Спасибо за ресап. Спасибо большое за поддержку. Здравствуй, здравствуй. Так, чат, нам ремешок вроде бы не нужен. Мы пока обойдемся. Да? Второй эксперимент. Ну, вернее, вторая запись по эксперименту. Мониторинг и этого экспериментального процесса задокументирован. Два пациента из экспериментальной группы пропали. Я обходила восточное крыло, когда начала слышать крики из камер. Пошла в том направлении и попробовала успокоить пациентов, но они не отвечали. Я не уверен, могли ли они вообще меня слышать, но крики были очень громкие. Я побежала в комнату охраны и вернулась с менеджером. Как только мы открыли клетку, мы поняли, что она пустая. Мы слышали ужасающие звуки вокруг нас, так что было невозможно понять, откуда. Но я уверяю вас, самые громкие звуки исходили из комнат, в которые мы только-только собирались зайти. Кроме того, как только мы открывали дверь, все крики сразу прекращались. Мы проверили все остальные клетки, и все они были пусты, но никто не двигал пациентов. Что за чертовщина происходит? Я должна докопаться до сути. Как гейм интересно? Да, это интересный хоррор. Крепота. Крепота. Вот, 33 месяца, да и много. Даниэль, когда я тебя встретила, ты был валидом. Я думал, что это тоже с тобой произойдет что-то такое же, как и с многими моими друзьями, но я не позволю этому случиться. Так, а где у меня ближайшая возможность спрятаться? Вернуться в Film Projections, если что, да?
Столик, под которым можно спрятаться. Нет воды в раковине. Что такое? Похоже, что этот шкафчик открыт. Спрятаться в нем будет легко. Ага. Я не смогу открыть эти ворота. Я, наверное... Мне даже, наверное, хорошо от этого. The garden is blocking access to the northern wing. Я что-то не хочу в центральную комнату идти просто-напросто. Клетки, я не услышу, что происходит на другой стороне. Ага. Куча припасов каких-то. Короче, у этих клеток шумоизоляция. И лучше их нахрен не открывать, по-моему. Игра делится на эпизоды, и сколько дорого она стоит? Около 1000 рублей за все эпизоды. Я не помню точно уже, я купил и забыл. Ну где-то 1200 или что-то такое, довольно дорого. За все эпизоды. Но игра действительно стоящая, она долгая. То есть эпизоды могут растянуться на 5 часов примерно. That connects the lift gear shred to pieces. Нам нужен здесь ремень, чтобы воспользоваться лифтом. Я действительно сомневаюсь, что лифт сработает. Сколько всего эпизодов? 5. Так, смотрите, здесь были южные и северные. Экспериментальная контрольная группа. Шестеро и шестеро. Вопрос в том, какая это южная? Это Southward, да. Да, это южная палата. Всем хватает выдержки, не открывать двери, я бы сдох от любопытства. Что там? Меня научили первые эпизоды в этой игре. Я очень много персонажей потерял, потому что у меня тоже есть вот это любопытство. Я тоже хочу открыть все подряд. Дверь, я понял. Дверь. Все, мы туда не пойдем. Вот, поэтому я очень много персонажей потерял. И этот цвет довольно яркий, и он направлен на холодильники на стене по какой-то причине. Это меня успокаивает. Ага, значит, мы можем забрать все-таки ремень. Надеемся, что свет нас спасет. Великого и могучего в игре нету? Нет, в игре совершенно нет русского языка, но вроде как я читал, что... Я гуглил, его вроде как делают. Ну что, забираем ремень, только убегай сразу же, пожалуйста, сразу же. Сразу же, назад! Сломанный ремень. Порван на два. Интересно, как же мне его пофиксить? Че, неужели и даже потестить-то нельзя? Слушай,
Вот сюда. Вот для него нам нужен степлер. А как нам достать степлер? Пойдем, короче. Никого нет, можно двигаться. Может, надо защитить перчатки или ткани какой-то? Да, что-то такое, какая-то тряпка нам нужна. Давайте вначале мы пойдем используем. Скальпель попробуем. И откроем на втором этаже как раз шкафчик. Возможно, в этом шкафчике что-то и будет. Вот в этом. Вскроешь, вскроешь. Закрытая коробочка металлическая. В ней... Флэрс, это же свечи. Если мне их надо носить, то они помогут мне освещать темные места. Shit, flares. They could be useful. At least I can use them to light a room. Ясно. Ясно. Ставлю на новое обучение. Новую ебаву какую-нибудь. Что может случиться, если ты заведешь дверь, за которой шумят? Смерть. Наверное. Абсурдно, я не знаю, почему я пришла сюда и почему я вообще здесь. Я действительно начала верить в историю своего пациента. И есть что-то, что я не могу объяснить. Я начала видеть какие-то вещи. Я слышу музыку. Даже когда нету этой шкатулки рядом. Мне надо это понять. Что-то есть пугающее в этом месте. Свечи вокруг меня делают комнату более приятной, уютной. Но тени в этой комнате заставляют меня чувствовать беспокойно. Я вряд ли здесь смогу заснуть, поэтому я даже решил не раздеваться. Aside from the still hum of the phonograph and the old wooden beams creaking, I can't hear a single thing. Я не могу ничего слышать, кроме своего фонографа и досок, которые скрипят под ногами. Окей, нет, это не обучение, это внезапно мы будем играть за... этого... за психотерапевта. Тут ничего, только тьма. Фонограф остановился, я вообще бодрствую. Не могу пройти через эту дверь. Чего у нее есть? Dreamcatcher, ловец снов. Ничего плохого не произойдет со мной, пока у меня есть эта штука. Ну, если только не вспоминать фильм по Кингу. С одноименным названием. Конечно же, ничего не произойдет. Зачем я... Почему я не послушал? Ладно. С пяти-то мне было некуда. Что это за место? Это не музей наш, не? В котором мы были. Не, да, что-то непонятное. Аргус Легранд. Осуждаю, кстати. Почему я его вижу? Эй, это же я.
что я делаю на этой картине? Какая-то плита в инопланетном языке. А как ты это читаешь? Оно здесь. Я снова это почувствовала. Или почувствовал. Это происходит иногда. Хотя всегда ночью. Когда я выключаю свет, почти незаметно. Еле-еле промелькает прямо перед моим глазом. Или когда я полностью закрываю глаза, оно следит за мной и... With eyes that are not such... Несмотрящими глазами и... Где-то... Оно находится где-то между... Типа... Ну, где-то во время дремы, между сном и бодрствованием. Мои сны необычные, и мой сон ухудшен. Когда я просыпаюсь, я вспоминаю, как я видел что-то вдалеке. Через окно, что я никак не мог разобрать, или какое-то отражение на яркой глади реки, когда я гуляю там со своей... Как фианса перевести на русский? Суженный. Или потерянный где-то в грязи в Великой войне. В другое время я во сне вижу толпу, которая наблюдает за мной. И эта вещь среди серых лиц, grey face, no space, без какого-либо... Без каких-либо эмоций. Как только я замечаю его присутствие, я больше не могу его найти. Чего я на самом деле хочу? То есть, хочу ли я его найти вообще? Что это вообще все значит? Чего? Мне что-то... Спина болит. Жених или невеста? Ну да. Это же я. Это... Я в этом уверена. Это точно я. То есть она реально пошла переночевать в их доме. Вот ебоба. Там, где три человека убили. Это та же комната. И в то же время не такая же. А кто бы вообще нарисовал такие картины? Кто этот мужчина? Осуждаю. Ужас. А этот кто? И что с ним произошло? Почему я вижу этих людей? Почему ты можешь это прочитать? Я не могу назвать это, но я знаю, что оно здесь. Это присутствие, которое следит за мной везде и нигде одновременно, в стенах и в потолке. Но также оно погребено в моем сознании, пытается пробиться через мои мысли и... обрисовывает их... Цветом ужаса, цветом страха. Все становится все темнее каждый день. Боже, что вообще со мной происходит? Когда повсюду тишина, я слышу мелодию. Мягкую, медленную, красивую, темную, ужасающую и жестокую. Если я уделяю внимание... Если я пристально внимаю эти невозможные записи и... Не, эти невозможные ноты и ненатуральные аккорды идут эхом из глубины пещер,
достигая меня прямо через мои уши. В моих снах я спускаюсь к неописуемому месту и мечтаю, чтобы никогда его не увидеть снова. Когда я просыпаюсь, все, что я помню, это ужас. Это вещь в конце дороги. И там, я знаю, она там. Если это вообще место, они все одинаковые. Это там, нет. Оно, нет, оно равняется там? Не может быть. Оно не может быть из этого мира. Не ебобо, а хороший доктор. Да. Да опять я. Да что происходит? Ну, жалко его как бы, ну. Ну, как бы... Нет, исследовать дом, в котором раньше жила девочка, можно было и с какой-нибудь группой других медиков, а не в одиночку туда отправиться. Не, отец Эрики, тот профессор, что мы искали, это тот самый профессор, и... да, это профессор Себастьян, и... это женщина из Триадны говорит, что это она сама. Что, а это как со мной будет связано? Кто этот человек? Я его никогда не видела. Оно за каждой дверью ожидает, когда же я войду. Оно в щелях, в потолке ожидает, когда я войду. Оно в каждой тени, в каждой nook and cranny. Не помню, как это перевести, но в каждом уголочке. Что-то типа того. С устойчивое выражение, не помню. Ожидает, когда же я повернусь. Оно в зеркалах ожидает, когда я посмотрю. А знает ли оно, что я знаю о нем? Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что оно не знает. Нет. Ведь если оно знает, что я знаю, то оно придет за мной. Эта мелодия, она... извращается и меняется. Превращается и меняется. Сыгранная какими-то гротескными инструментами, которые ни один человек бы не смог создать. Она начинается с... Да. А я не могу выключить микрофон. Она начинается с моего чиха. А, да. Все, коронавирус. Съездил в зал. Эф. А, она начинается с какого-то ужасающего... скрипучего звука и медленно трансформируется, пока... Еще нельзя будет услышать в... Шрикена, говоришь, не знаю. Будь даёв, спасибо, спасибо. Не болей. Да блин, самая проблема у меня... Голос сломался, я не могу кнопку нажать. Включает микрофон. Кстати, а вот... Да, кое-что я могу сделать, но это требует нечеловеческой реакции. Так. Не делай так больно. А что произошло? По идее, у меня просто звук должен был исчезнуть. Ладно, неважно. Труба, ты начал булькать. Вот прям сейчас. Или когда я крутил какую-то кнопку. Все, окей, ладно. Если сейчас все хорошо, тогда я ничего не трогаю больше. Окей. В общем, я хочу закрыть мои глаза, но
Я уже сплю, я не могу добраться туда. Это уже не кошмары, это более, больше, чем... Я хотел бы, чтобы они были кошмарами, но они уже прошли, они умерли от страха давным-давно. Все, что осталось от ужаса и... Все, что осталось, это ужас и плато. И только присутствие и эхо этой мелодии. Я хочу исчезнуть. Остановите эти страдания и ужас. И никогда больше не видеть что-либо снова и не слышать. Я хочу перестать чувствовать, перестать переживать это. Но я хочу закончить. Я должна сделать это. Я должна добраться туда. Wake up. Wake up. Oh God, what is happening to me? Что вообще происходит? Интересно, назад можно пойти? Да. Я должна продолжать. Кто там? Это я? Должна ли я убрать эту... тряпку, освободить саму себя? Ну, куда я? Что еще делать? Черт, я уснула. Все свечи уже затухли, и цилиндр на фонографе уже заканчивается. Как будто я двигалась вперед, или скорее двигалась куда-то вниз. Но я не знаю, куда конкретно. Сейчас, дайте мне минутку. Нам надо изучить историю Ариадны. Не, вернее, Беренис пыталась изучить историю Ариадны и что-то нашла. Мне надо продолжать. Блин, у меня платков носовых нет. Пак. Ладно. Не, надо сходить. Сейчас, дайте мне перерывчик небольшой сделать. Еще вернусь. Все, корона не страшна. С упаковкой платочков. Можно продолжать. Это сон, когда тебе надо вставать на стрим? Не, мне сегодня ДБД снилось. Все гораздо хуже.
Так, этот фонограф сломан. Мне понадобится другой, чтобы прослушать эти цилиндры восковые. Шкафчики закрыты, ничего не могу. Психиатрические книги. Конца прошлого века. Не могу поверить, что они это делали с пациентами. Записочка. Поэма, написанная доктором Престигард. I drift off asleep by the hundredth number. Be carried away despite resistance somewhere else out in the distance, devoid of deep, peaceful slumber. The song, it beckons, it pulls me, it screams, guiding me to the depths of my own mind. An ominous glimpse, the sole thing I find, something dark, impossible to believe. This cannot be only dreams, have I been condemned? Did I become lost? What am I seeing, what it means? Endless expanse, made of stone. And past a perpetual eclipse, the rims of a sun that is not our own. Ну, безумная поэма, я не буду все это переводить, о том, что у нее все плохо, опять эта песня, какое-то затмение, и все-все-все, и солнце уже не наше. Вторая запись. Теперь нам надо найти фонограф, чтобы ее как-то сыграть. Давайте узнаем, что же произошло после. Среди этих странных рисунков есть запись. Элейн, сестра Ариадны, убита вместе с матерью. Ариадна была всего лишь ребенком. Как она может это помнить? Забив в поисковике переводчик? Не. Переводчик тебе нормально не переведет. Так, ну походу здесь уже больше ничего нету. Ну нам сейчас придется идти туда, где большая ебака, и сжигать ее вот этими флэрами. There's a strap similar to Belf. Ты теперь как в ЛГ, у него завтра Сиберия 3, у тебя Ведьмак 3. Серьезно? Все? Настолько большое безрыбье среди игр, что даже Денис отправился в Сибирию? Или подожди. А, не, это шутка, Гинблейд, я понял, это шутка, блин. Но это было неплохо, это было неплохо. Я действительно поверил, ведь играть-то вообще не во что. Не, я видел, что у Дениса неделя хорроров. Надо бы ему в эту тоже поиграть. Через сколько персонажей он в первой локе потеряет. Так, игра. Давай без зеркал. Без зеркалка. Хорошо? Мы заранее подрубим лифт, потому что морг нам уже не нужен. В морг мы уже заходили. Вот оно что, смотрите. Если бы в морге не было света. Все было бы очень плохо. То есть не зря я свет в морге-то я включил. Здорово, Мерсер. Да, я бы тогда не смог забрать. Shit. Я бы тогда просто не смог забрать этот... ремень. Только чтобы забрать ремень. Так, давай, без ивентов, спасибо. Нам сейчас надо будет как-то что-то с этой ебакой сделать.
Сейчас она скажет, нет, я туда не пойду. Я не могу рисковать, там нет света. Ну, делаем вот так. Они не исчезли? Что ж, попробуем. Вдохни и найди, что тебе надо. Побыстрее. Этот нож... Так, ясно. Ничего не нашел. Да и чё? А. Тут еще как-то двигаться надо было. Все, уходи. У тебя еще есть. Лучше уж, да. Нам нужен... Поехали. Нам нужна тряпка какая-нибудь. Перчатка, вот она. Все, больше нам здесь, походу, ничего не нужно. Да, отлично. Все, что нам было нужно, это вот эта перчатка. Так. Тихо. Она прям ай-яй-яй. Да, она такая. Все, флэры больше не нужны. Взяли, да, перчатку? Пары бесконечные? Ну, были бесконечные, пока ивент не прокнет. Ну, пока мы не заберем перчатку, получается. Нам именно ее надо было найти. Тут же все относительно линейно. Я выгляжу как средневековый рыцарь. Я пытался спасти, да, он нельзя. Так, без ивентов, без ивентов, без ивентов. Спасибо. Серьезно? Чё-то нам эту дверь показывает. Как будто в нее когда-нибудь попасть можно будет. Фу, тараканы. Так, степлер взяли. Хорошо, теперь мы можем его закомбайнить с ремнем. Степл белт. Все, потопали к лифту. Без ивентов, спасибо. Все, отлично. Гачуса, и такое бывает. Так, мы идем сюда. Правильно. Правильно. На всякий случай запомнить, что здесь есть. Столик еще раз, а то у нас давно не было ивента со столом.
Интересно, если теперь послушать здесь. Не, заходить я туда не буду, и слушать нельзя. Все, в морг, мне кажется, нам нельзя. О, боже, что? А как ты здесь? Ну ладно, тут всего три коридорчика. Должно быть не так сложно. Let's take another selfie. Да. Ну что, куда мы бежали там вообще? Вот сюда мы бежали. Так. Уюзать. Неверно в результате, но больше ничего не сделать. Привет, маэстро. Пол пирамид, здорово. Же глупо это будет, если она упадет, и я здесь умру. Я выбралась оттуда живой. Можешь теперь это открыть? Не. Все еще забито, закрыто. Я не могу туда спуститься. Там мне путь заблокирован. Да не особо заблокирован. Там детский велик лежит. Надо найти шкаф. Да, это в первую очередь. То если мы сейчас не найдем стол или шкаф, это будет очень плохо, да. Рабочий фонограф. О, понял. Все, я могу здесь спрятаться, если что. Отлично. Это картина. Я не игрок, но... Там, наверное, что-то на столе, чего? Ага. Так это зеркало или... Или это стекло? А, да, это стекло какое-то. Он там за ним что-то видит, да. Так, рабочий фонограф. Ну давайте послушаем вторую запись Беренис Престигард. Как она ночевала в этом замечательном доме Легрантов. С одной стороны, я просто хочу выбраться отсюда. С другой стороны, мне нужно узнать, что же произошло. Нужно понять, что за сны это место во мне пробуждает. На улице так темно. И старый особняк еще более... Ужаснее, чем раньше. В общем, она взяла две свечки. Если вдруг она проснется до...
Ариадны's room again. До утра. Я снова в комнате Ариадны. С кем она говорит, а она записывает же на пленку все это. Записывает блок, да, да. Это что, тот же самый сон? В госпиталь попал, он же не может быть настоящим, да? Ой, божечки. Dreaming. Смерть повсюду в этом месте. Ну, будущее видит, чё. В каждой бутылке яд. Вы же я. Не так ли, Беронис? Проснись, мне нужно проснуться. Господи, мне нужно проснуться. Не хочу туда идти. Стоит ли мне проснуться? Если я проснусь, как я помогу Ариадне? Какой-то... Дальше. Появилось внезапно. Боже мой, это что, наша судьба? Как будто эти инструменты под 100 лет здесь лежали. А ты кто? Ты тоже я? Ловец снов. Дай его мне. Тебе он не нужен. Ну, забирай, это же всего лишь сон. Что со мной произойдет, если я его потеряю? Не, а вдруг? А вдруг ключ здесь? Все в ржавчине. Ворота закрыты, слава богу. Да, придется отдать, естественно. Андамин, здравствуй. Ну, забирай, чё. Yes. Ключ. Тебе надо исследовать, ты должна понимать. Нет другого выбора, мне надо идти дальше. Есть выбор, всегда есть выбор пойти проходить Ведьмака 3. Неужели я окончу так же? Ладненько. Она не очень сильная, судя по тому, как закрывается эта дверь. Что со мной произошло? Где я? Где я теперь? Так не моего, почему ошиблась в рецепте с травами, но рада, что все обошлось. Да, ты правильный рецепт выбрал, Андамин. Что самое главное, ты выбрал правильный рецепт. Где там ошиблась, я тоже не знаю. Есть только один выход. Да не. Для чего мне нужен этот... Нож, как он поможет мне сбежать? Да что мне с ножом-то делать? Это не нож был, это был какой-то... Я не знаю. Ice pick. Не-не-не-не-не-не-не. Зачем мне веревка? Нет, отстаньте от меня. Шило. Да, да, вот оно и было.
Выпить ли мне из этой бутылочки? Неужели нету и правда других выходов? Осуждаю, но это всего лишь сон. Это было... Почему я буду делать что-то такое? Теперь я ближе к пониманию, к тому, чтобы найти последний кусочек мозаики. Как будто я что-то сломала в себе, что невозможно починить. Каждый сон все ближе к тому месту. И все дальше от реальности. На улице все так же темно. Но, видимо... свечка недавно совсем потухла. Уже скоро, наверное, рассвет. Мне надо найти ответы. Понять Ариадны и что вообще происходит со мной. История продолжается, и все становится только хуже, Беренис. Что же ты нашла? Мне нужно понять для себя. Игла была недостаточно сильной, чтобы проиграть цилиндр. Он сломан. У меня ничего теперь нет в инвентаре. Не, ну спасибо. Какие трубы, система сообщений, связанная с паровыми трубами, панелька, что она здесь делает? Директор's office, морг. That is a good question, my friends. Ну мне же надо как-то донизу довести, правильно?
Ну вот я довел до сюда, теперь ты чё? Реструм. Давайте оставим на реструм. Нам, скорее всего, надо либо в West Wing, либо в директор офис, либо вообще в секьюрити. Пока что оставим здесь. Система сообщения. Понял. Короче, смотрите, если мы сделаем правильно, то отсюда какое-то сообщение придет, скорее всего, поэтому... Поэтому попробуем директор из офис теперь. Сейчас узнаем, не раскрутил ли я обратно ее вот сюда. Эх. Видимо, нет. Значит, может быть... О, все, security нет. Все, отлично. Да. А теперь мне надо просто проверить, что же я разблокировала. Так, хорошо, мы сюда-то можем идти. Комната. Это что-то, что же, в которой... Похожее, в которой... Ариадну интервьюировали. Потерянный рисунок Ариадны. Collectible. Это какая-то сцена, которая должна произойти. Кровавый шкаф мы еще не видели. Нет, подождите, эта сцена уже происходила, а это должна произойти. Turn of the Century, старые психиатрические книги. Похоже, они что-то оторвали со стены. Интересно, что же? Отодрали. Вообще не страшно, когда камера не от первого лица. Ну блин, слушайте, это типаж старых хорроров. Дверь закрыта. Угу. По типу Resident Evil, Silent Hill, но без какой-то боевки. Вот. Ага, страшно, не знаю, мне страшно, вот правда. Мне крипово. Че, это сарказм? Не-не-не, Рик, я понял, что от тебя сарказм. Я Тацуру говорю. Старые газетенки. Ведьмака, кровь и вино, или каменные сердца, или про сюжетка. Все. Все подряд. Это сова, как странно, выглядит как пазл. У нас есть информация про пазл о сове. Ага. Все ясненько, сейчас разберемся. Просто мусор и какая-то нечитаемая газетка.
это такое? Письмо от художника. Написанное другом доктора Беренис Презигард. Я нашел кое-что среди фотографий исторических журналов. Это выглядит как рисунок, сделанный твоим пациентом, маленькой девочкой, не так ли? Я приложил копию. Это должно быть лишь совпадение, но даже так. А найти основы этого рисунка... От этого я содрогнулся. Оно из со стен новооткрытой чембер палаты в... Не палаты. Новооткрытой ветки в пещерах Алтамира в Испании. Рисунок из палеолита. Местные археологи говорят, что ему 40 тысяч лет. The Shadow Out of Time. Интересненько. Да, как этот рисунок. Очень мало чего осталось. Stuff lounge with a fireplace and sofas. I've never seen anything like this. Короче, где бы я ни работал, я ни разу не видел, чтобы был камин и удобные диванчики такие. В таком месте. Походу, кто-то оставил эту лампу здесь специально. Что ж, сова. Она моргает из-за того, что хочет... Из-за того, что голодна. Уже ночью она слушает. Так. Глазки. А, тут нельзя ничего двигать. Тут надо просто в правильном порядке. Так, ясно. Я думал, можно будет проверить. Так, моргает. Уже ночью она слушает. Она взлетает быстро. Крылышки. Ты кричишь, потому что она отрывает куски от тебя. Она это ртом делает или лапками? Наверное, ртом. Потом она садится на свой... Нест. Сейчас, минутку, мне брат звонит. Алло, да. Походу, нас ожидает немного алко-хоррор-стрим. Возможно, лапки нужны были, но мне кажется, все-таки веточка. Не знаю. Брат пивка хочет привести его там в должности повысили. Так, потом она худ-худ to the wind, говоря о своей победе. Носик. Ее сильный... Этот парализует тебя. И кровь проливается, когда она кушает. She swells and beats her wings. Видимо, опять рот. Потом она что-то снова взлетает. И потом засыпает. Что-то я сделал неправильно. Что-то я сделал неправильно. Итак, глаз, ухо, полет, крыло. Ты кричишь, потому что она отрывает тебя от себя. Ну, видимо, лапка. Потом на гнездо. Потом худ-худ.
Парализует тебя своей хваткой. Кровь проливается, когда она ест. Крылышки. И последняя. Она спит. Билли спит, и ты спи. Отлично. Ключ лопата, что это? Был похож на лопату. Алан Вейк. Вернее, Алан Цедрак какой-то. Ключ. Hit by the passage of time. Должно быть, принадлежит какому-то наемному работнику, Алану Цедрагу из докторов, видимо. Ну, ладненько. Ну, ладненько. Ведьмака только сюжетка будет. Все, я же говорю, у Ведьмака будет просто все. Даже то, чего вы не хотите видеть. Даже то, чего я не хочу видеть. Даже то, чего Twitch не хочет видеть. Нет, в бордель мы заходить не будем, только по квестам. Я хочу пройти игру полностью. Возможно, даже на 100%, если получится. Там уж как пойдет. Что это такое? Ага, здесь мы достали третью запись. Теперь надо найти, где ее сыграть. Последний цилиндр. Конец истории. Пожалуйста, Беренис. Дай мне что-то, что я могу использовать. Мусор и мусор, вокруг мусора и мусором погоняет. Эти документы принадлежали директору госпиталя. По поводу... Нет, или там ничего по поводу Беренис. Цветы уже так далеко забрались. Как доктор... Ах, доктор Джереми Хартвуд, владелец, основатель этого института. Этого отделения. Был одним из психиатров, которому было не пофиг на своих пациентов, на то, как им было, ну, хорошо ли им было здесь. Моя подруга или моя девушка рассказала об этом. Психиатрический диплом доктора Эдварда Сандерса, директора. Он был довольно известен в свое время. Так, запись. Пациент Риадна, терапист, он же психиатр, в этот раз сам директор. Мусор, да не тот, я не могу мусор включить, и магу не могу включить, у меня сегодня совершенно не работает GoXLR, и я не знаю, как это пофиксить, я даже в саппорт написал. Сорян, звуки нерабочие. Вкусный мусор мы нашли, ням-ням-ням-ням-ням, и... От магии для вас в исполнении стримера. Так, описание. Что тут было? Эдвард Стандерс. Эксперимент проводил Беренис Перстегард. Записки. 5 пациентов из экспериментальной группы пропали. Все, кроме оригинальных тестовых... оригинального тестового субъекта Ариадны Легран. Амзверг, я не знаю, сбежали ли они или их стены поглотили, но их точно, от них точно не осталось ни следа. Охрана даже не зарегистрировала, охрана ни разу не регистрировала подобных инцидентов. Я нашел доктора, чтобы проинформировать ее об этом, но ее нигде невозможно найти. Когда я спросил Риадну, видел ли она ее, она пожала плечами и помотала головой и спросила меня, была ли она в конце концов там. Я спросил, что она имеет в виду, но она ничего не ответила. Было невозможно снова с ней коммуницировать. У меня есть ужасное чувство по поводу этого всего. Это звучит интересней. За игровой контент не банят, если к одной и той же проститутке ходить много раз, то сцена меняется. Вот
она, профессор. Вернее, психиатр. Вот она, мы нашли ее. Она добралась до туда. Очевидно. Это она. Вкусный мусор на полу валяется. Ням-ням. Ням-ням. Неоново, я думаю, что это не наш случай. Так, тут можно отпереть, супер. That is first. Так, у нас теперь есть какой-то ключ, да? Да, у нас теперь есть ключ. И сейчас еще одна, прикиньте. Весело было бы, если бы два ивента подряд бы случилось. Здесь главное не спутать комнаты. Знаешь, предысторию ебаки очень ей сочувствуешь. Теперь открыто. Ключ мне этот больше не нужен. Здесь мы должны последний этот фонограф найти, либо стрелку для него. Старые медицинские книги очень удачно, что медицина и наука так эволюционировали. Стетоскоп, медицинский инструмент, который усиляет. Понятно. Усиляет слух. Я не хочу идти в те комнаты. Я знал, что это надо будет, но я не хочу. Доктор Престигард был прав. Вначале я не одобрял ее эксперимент. Зачем вообще тратить все эти ресурсы, чтобы доказать, что больная девочка говорила, что видела что-то ненормальное? Какие-то функционирования от ее... А, что? She claimed to see... Короче, что-то не сверхъестественное она видела. И в то же время... Так, надо прочитать, чтобы я потом просто пересказал. It all made sense when she subjected the patients to the song in the music box, and when the doctor began to describe her own experiences. И в то же время уже появился смысл, когда она пациентов к этой музыке и шкатулке подключила, да, направила, чтобы они ее слушали. И сама доктор начала описывать свой опыт. То, что происходило. The rapid mental and cognitive decline and the hallucinations suffered by subjects in the experimental group became impossible to ignore, faced not only with a new disorder, but also once the effects described spread to the hospital staff for the first time in history, contagious mental illness, a Nobel Prize and a silver platter. Но потом их разум начал отказывать, они начали видеть галлюцинации, все эти субъекты экспериментальной группы, это уже невозможно было игнорировать. А уж тогда, когда болезнь распространилась на членов работников госпиталя, впервые в истории медицинское заболевание, ну это вернее... психическое заболевание. Так это же Нобелевская премия на серебряной тарелочке. В итоге по результатам, однако, факты превзошли мои ожидания. Песня полностью разрушила их рассудок и привела их к безумию. Это то, что показывает дата, собранная... Кроме Ариадны Легран. Эта девочка, она единственная из группы, которая все еще с нами, и ее клетка, она единственная. И как же, почему же, что же произошло?
Shielded by madness. Она единственная была свободна от этих криков, и ее поведение вообще не поменялось. Она единственная, кто осталась... кого не задела этой музыкой. И она ведет себя все так же, как и до эксперимента. Я думаю, что доктор Престигард была права по поводу причин об этом. Файл Ариадны говорит о том, что она... слушала музыку из шкатулки, когда ей было совсем несколько месяцев. Она была еще ребенком, и ее разум был чистым, чистым полотном, с бесконечным способом для адаптации, ну, с бесконечной возможностью адаптироваться. Не то, что мы сломались, или мы собираемся сломаться. Разум Ариадны, молодой, как молодое деревце, пытающаяся прорасти под невообразимой силой, она не сломалась и выросла просто другой. Она другая и, соответственно, не сломана. Песня и темная фигура, и ужасные видения, и сны — это просто ее нормальность, ее каждый день жизни, как она себя помнит. Если я найду доктора Престигарда и скажу ей об этом, скажу ей, что она была права, нет никакого решения, что же с нами случится? Ёпт. Жесть какая. Доктор Алан Седрак. Книга... так выцвело, что текст уже не читаем. Ну все. Нам надо стетоскоп использовать. Для того, чтобы пробраться в комнаты с безумными... с безумцами и найти там иглу для этого... не стетоскопа, а... чьего-то граммофона гребаного. Пойду проверю на всякий случай эту дверь. Вдруг в нее уже можно зайти. Не стоит. Прямо как в Хейдесе пи... чего? А, ладненько. Или да, там кровь появилась. В Хейдесе перевод горками. Ну как могу, так перевожу, ребят. Стараюсь, правда. Я на самом деле ненавижу переводить. То есть я могу все это прочитать, и я... Я пойму, что написано полностью. Я пойму, как бы, эмоциональный окрас слов. То есть, я пойму смысл слова. Я не знаю его перевод. Я, может быть, даже русского слова не буду знать. Но я, типа, пойму саму суть слова и о чем там говорится. Вот. Стоп, а зачем я вышел? Мне же в комнату Film Projections. А переводить дословно, слово в слово, я... вот этого вот мне очень сложно. Практикуешь English? Ну, в том... да, вроде как практикую, но... вот дословный перевод мне никогда особо не интересовал. Мне важно понимание и возможность общаться с людьми. Так, не забудь, что здесь есть две возможности спрятаться, если что. Ну что ж, поехали. How about a no? Я лучше нет. Тишина. Заходим. Сразу не будем все проверять. Записка, и вот она. Right. Шприц, серьезно? Great.
Ну да, и мы заберем иглу как раз от него. Ожидаемо. Ее рисунок, collectible. Это то, что могло бы произойти. That could take place. Это то, что возможно произойдет с... Это уже произошло, это произойдет. То есть, возможно, главный герой не окажется в этом вот месте перед какой-то этой гигантской дверью, ему не будет там страшно, и топали быстрее к выходу. Мне бы очень понравилось, если бы в концовке игры было нечто такое, что чем больше людей ты не потерял, да? Чем больше друзей ты не потерял, тем больше возможностей того, что они выведут ГГ из этого безумия под конец. Или, возможно, надо помнить обо всех, кого мы потеряли. Мы потеряли Софию, мы потеряли Амара, мы потеряли дочку мужика в магазине. Дочку владельца магазина. И вот, короче. Чтобы потом случайно на них не наткнуться в какой-то момент. Слушай, ну походу это финал. Все. Не дают мне зайти в комнату, в которую мне надо. И копа? Кстати, да, копа же мы потеряли. Точно, я забыл про копа. Так, нужна игла. Я думаю, что теперь это сработает. Поехали. Последняя запись профессора. Место это вещь и присутствие. За то, что Аргус Легранд называл этот хоррор, то, как он его называл. И теперь я знаю, почему. Он везде, где есть песня. В госпитале, где в Ариадне, во мне. Он везде. Может быть, решений нету. Может быть, это не что-то, что можно просто закончить. Но может быть. Отрезав все из этого мира, вернуть песню обратно в этот мир, мне нужно продвигаться хоть немного дальше, мне нужно понять, мне нужно покончить с этим. Надо идти туда. То есть, если вернуть, если разорвать мост с настоящим миром, с реальностью, она вроде как сказала, может быть, тогда может быть, тогда получится с этим совсем справиться. Поэтому она идет рядно. Нужна ли мне твоя помощь, тебе моя помощь, или мне нужна твоя? Среди темноты я вижу только зеленоватый свет. Вот этот зеленоватый свет, кстати, мы видели еще за мужика, когда в окна смотрели. Стена разлагается, оставляя путь чему-то еще вниз. Всегда вниз. Главное, что ирландец живой посиживает в пабе, о котором мечтал. Да, я так рад за ирландца. Эх.
Интересно, это воображаемый лифт или эта шахта действительно где-то существует? Может быть, в тех самых испанских пещерах, о которых мы где-то там читали? И будем ли мы спускаться туда же главным героем? Silent Hill. Игра действительно очень напоминает Silent Hill. Всем, что происходит из какого-то потустороннего мира. Вот это вот все. Безумие, короче, безумие какое-то. Слушайте, мне тут хапизерк решение подкинул, как спасти мой GoXLR, который перестал работать. Без интернета его надо попробовать врубить. Ну, сегодня я это сейчас делать уже, естественно, не буду. Так. Разобрали идею Silent Hill, я это уже говорил. Ну, тут, да, тут и по геймплею все видно. Ну вот оно, да, вот он тот зеленый свет, вот она эта беспросветная тьма, и то, что мы видели на рисунке, то, что может произойти, а может и не произойти. Вот она какая-то дверь. Может быть, если я выключу фонарь? Но это разве не я? Что со мной произойдет, если я выключу? Стоит ли мне его выключить? Не-не, давай осмотримся, подожди. Темная фигура, присутствие там. Ну, да. I'm so sorry. Прости, пожалуйста. Я почти там. Затмение увидели. The pit and the pendulum on the shoulder of giants, her caring gaze. Трещивки сразу. Ты не знаешь, что это значит, но я думаю, что это важно. О боже, как хорошо, что с тобой все в порядке. Что ты нашла? Это доктор, я думаю, что-то ужасное с ней произошло. Она хотела отнести коробку в место, которое называется там. Я думаю, я знаю, что она имела в виду. Слушай, давай не будем терять времени, убирайся оттуда, а я уже буду разбираться сам. Простите, мне пришлось звуки ненадолго выключить. Ариадна была права. Она была права обо всем. Я видела это своими собственными глазами, и даже как будто во снах, хоть это были и сны, это правда, это место, это присутствие. Я знаю, что я должна сделать. Теперь, когда я проснулась, мне нужно отнести музыкальную шкатулку и... отнести ее туда. Да, я решила эту загадку. Теперь, когда я проснулась, я смогу со всем этим справиться раз и навсегда. Теперь, когда я проснулась, я могу проснуться. Ну да, потому что у меня есть кондей, здравствуй. Да, добиваю игру Song of Horror, прикольненько. Ну, Ведьмак уже завтра, видимо. А у меня тут как раз финал.